Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Мы с вами вновь на блошином рынке ретро в отделе фикс прайс, но уже в более дорогом сегменте, там, где цены, к примеру, ну, к примеру, все, что вы сейчас видите, стоит по 3000 рублей. И эти замечательные куклы, которые вы видели, и все остальное, и как вы видите, здесь очень много хрусталя по 3000 рублей. Но сегодня, правда, в связи с скидками дешевле. Сейчас мы подходим к полкам, где сегодня все стоит по 1200 рублей. Представляете, какая прелесть этой вербилки. Сахарница. Ручная роспись. Кофейник. И кофейные чашечки. И подносик к ним. Вот подносик с рисунком ли? Да, тоже есть рисунок. Понимаешь, так давно стоит. Никто не берет, но вообще 1200 всего, вообще красиво 1200, да. Пришла, смотрю, что добавилось, что убавилось. Такие вот подсвечники. И вот такая вот красота, ладья. Ну, кое-что уже раскупили здесь, а кое-что вот появилось. Смотрите, какая красота. И супницу, мне кажется, не было ее. Ручная работа. Интересно, чья она. В ушках вазочки. Мне нужен чайник, кровь из носу. Нигде не могу найти. Нигде. Да? Я же не говорю, что вот там. Я говорю, где сидим там? Как у нас с вами высокая договороспособность, я помню. Да? Да? Хотя бы это. Но это с двух сторон. Обоюдная всегда, обоюдная. Деньги я вам дам уже надеюсь. А у меня вот к номеру привязаны. Главное, чтобы не кричать. Смотрите, какие кувшины. Ручная роспись, и к нему кружка. Так. Что это у нас? Вот. Знакомый всем. Но редкий. И стоит он дорого. 5000. И вот мы с вами уже покинули отдел с фиксированными ценами и находимся в большом зале, где цены назначают сами продавцы и где можно уже торговаться. И хотя не все продавцы на своих местах присутствуют, но с ними можно связаться по телефону или они к своим вещам, которые продают, приклеивают ценники. А вот и чайник сахарницы и даже чайные пары знаменитого югославского сервиза джинсового, продававшегося во времена СССР в Ядране. И хотя на блошином рынке ретро большинство товаров советского времени, но сегодня вы увидите и много европейского стекла и фарфора. И, кстати, посмотрите, какая замечательная сейчас будет индюшка из цветного стекла.
которую часто можно видеть во главе европейской сервировки стола. А вот индюк, помните из моих видео? А вот смотрите, какие бокалы. Красивые. И вот парные подсвечники. Красота. Замечательное блюдо старинное русское. И тут же вы видите фарфоровые сервизы чайные времен ГДР. Да, здесь и, как вы видите, большинство товары российские перемешаны с немецкими. Вот это вот бордовый такой сервиз, это из Польши. И вы видели в отделе фиксированных цен, там можно отдельно этот чайник. Люблю хрусталь, безумно люблю хрусталь. Теперь он снова вошел в моду. Ну, самый такой праздничный, нарядный стол, он сразу делает вот необыкновенно красивым. Блестит, сверкает. Цветное стекло тоже, кстати, неплохо, да, очень неплохо смотрится. Ну и вообще, как все-таки большую роль играют и красивые бокалы, да, в сервировке стола. А какая здесь легкая чашечка, боже мой, совершенно тонкий-тонкий фарфор. Приятно в руках брать, и вообще вот теперь я так чувствую вот этот тонкий фарфор, когда берешь, ну, наслаждение. $7,000 туалетный столик, щеточка, пудреница. Ах, какая роскошная. 1000 рублей. Какая коробочка. Нет. Это под малахит. Какие фужеры. Решила повнимательнее вас снять все. А сколько это кофейная двойка стоит? Пара кофейная сколько стоит? Очень красиво. А, вас не снимать? О, я не поняла. Ой, а что это такое высокое, прям вот хрустальное? Какое-то прям вообще. Да. Куда же это, в какую комнату такое? Это в дом. Надо же, в какой же дом? Просто. Какой дом? И ваза такая огромная. У нас на Кавказе почти у всех такие дома. Да? 50 сантиметров, наверное, ваза. 72 сантиметра. А, ну да, на Кавказе точно. Только там не пополам, скидки. Я поняла вас. Я да, я вот там кое-что хочу посмотреть. $200. Да. А нет балерин у вас там, да, что-нибудь фарфоровое?
Это все дальше надо на крутить. Вот здесь проход. У меня не бывает прикольно. Ну вы сейчас смотрите. Да. А, вот проход, да, туда прямо за одежду. Спасибо, там должны быть. Машунь, понятно, я сейчас уже все домой поеду. О, полюсенький. Ага, давайте, пока. Ворона. Гжель тоже прям набрали, да? Да, да. Ну, я вам, кстати, гжель привезла, последнюю рыбку, что обещала. Ага. Ну, она такая, шкатулочкой. Ой, смешная корова. Смешная корова. Буренка. А здесь кто-то цены отвечает за цены? Конечно. За какие цены? Да, я вот отвечаю. Это вот сколько стоит? Какая? Вот такая. Эти я вам сейчас скажу. Секундочку. 1200. А, 1200 две штуки. Ой, это вообще за даром. Можно, да, да. Хотите развернуть? Ну, давайте, да. Да не такие уж большие они. Ну, все равно, смотрите, какая. Нет, не такие уж большие. На других рынках подешевле. Так, а вот это вот что такое? Вот это вот что тут такое? Дорожка такая какая-то. Ну чего, прощаемся? Да, я поскачу. Давайте, я вас обнимаю, целую. Теперь буквально обменялись с галочкой подарками, попрощались и расстались. А я пошла снимать фарфор уже более дорогой, европейский. Но здесь есть и такое. А я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Желаю вам всего наилучшего, самого наилучшего. Самое главное – здоровье. Ну, всех благ. И чтобы ваш ангел-хранитель всегда был с вами.